В Тюменской области пассажиры сэкономили более 4 миллионов рублей на проезде в общественном транспорте. Только в сентябре число оплат смартфоном выросло в 2 раза. С подробностями Мария Павленко. Так быстрее даже, вот что обелечивание идет, просто сдачу-то не надо сдавать. В Тюмени у кондуктора стало меньше хлопот. В общественном транспорте всю большую популярность набирает бесконтактная оплата. Выгодно и пассажирам. С сентября проезд по карте МИР стоит на 7 рублей дешевле. Чтобы получить скидку, нужно лишь загрузить карту в смартфон. В среднем в месяц получается 280 рублей. Экономия. Раньше приходилось носить с собой наличные, а сейчас оплата очень удобна, происходит с помощью смартфона, который всегда с собой не забудешь. Тем, кто не пользуется оплатой бесконтактно через смартфон, рекомендую попробовать. Только за месяц жители и гости региона сэкономили на проездах более 4 миллионов рублей. Стать участником акции могут все желающие. Все, что нужно, открыть карту МИР в любом банке-партнере. Затем загрузить ее в мобильный платежный сервис МИРПэй или Samsung Pay. После этого смартфон можно приложить к валидатору в любом автобусе. Нашими предложениями со скидками можно воспользоваться в любом регионе, где проводится акция. Для этого вам не нужно делать каких-то дополнительных действий. Регистрировать ваши карты. Просто используйте вашу карту МИР, загруженную в смартфон, мобильные платежные сервисы МИРПэй либо Samsung Pay, и приезжайте в любой регион, где проводится акция. Акция платежной системы будет действовать до конца года. Узнать подробности можно на сайте mironline.ru. Мария Павленко, Андрей Ветров, Тюменская служба новостей.